Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я попытаюсь вам рассказать о применении вакцины БЦЖ в амбулаторной практике. В принципе, для чего она делается. Ну и, конечно же, расскажу о сравнительной характеристике вакцины БЦЖ и стандартной химиотерапии. Начиная с того, что при выявлении опухоли мочевого пузыря всегда стандартом является первым этапом проведения трансуретральной резекции опухоли мочевого пузыря для того, чтобы верифицировать опухоль и ее стадировать. Трансуретральная резекция позволяет полностью удалить опухоли мочевого пузыря стадии Т1, но они могут рецидивировать и прогрессировать в инвазивный рак мочевого пузыря. Например, по статистике, при стадии Т1G3 степень агрессии риск рецидива составляет до 80%, а прогрессирование до 30%. По данным исследования от 2002 года, при анализе 2410 пациентов после трансуретральной резекции стенки мочевого пузыря, проведенных в период с 1979 по 1989 год, по данным этого исследования было доказано, что итог операции, возможности риска рецидива и прогрессирования очень зависит от первого этапа, то есть от хирургического лечения и качества его выполнения. Также сейчас золотым стандартом является однократная немедленная внутрипузырная химиотерапия, которая действует посредством разрушения циркулирующих опухолевых клеток после трансуретральной резекции в полости мочевого пузыря и аблативным влиянием на резидуальные эти опухолевые клетки в зоне резекции и мелкие незамеченные опухоли. Благодаря этому мы выраженно снижаем риск рецидивов. В одном из систематических обзоров и метаанализа индивидуальных данных более 2000 пациентов однократная внутрипузырная терапия она позволила снизить риск рецидива на 14%. Также в одном из рандомизированных исследований от 2014 года на основании данных около 200 пациентов в каждой группе однократная инсталляция химиотерапии по эффективности превосходила плацебо при мышечно-неинвазивном раке мочевого пузыря Low-grade. Еще одно, хочу показать данные одного из исследований от 2018 года на основании 2243 больных с неинвазивным раком мочевого пузыря, когда сравнивали немедленную инсталляцию митомицина С, выполненную через 2 недели после трансуретральной резекции, и у пациентов в группе, которым вводили одномоментно сразу во время операции, у пациентов с промежуточным и высоким риском. И согласно данным этим результатов, немедленная инсталляция снижала риск рецидива в течение 3 лет на 9%. В крупном рандомизированном исследовании также была подтверждена эффективность внутрипузырной химиотерапии митомицина С у больных с раком мочевого пузыря высокого риска. Но на данный момент это исследование продолжается и дальше производится исследование набор пациентов. Следующим этапом, да, и более эффективным методом лечения пациентов с мышечно-неинвазивным раком мочевого пузыря является вакцина БЦЖ. Она является наиболее эффективным методом по вероятности рецидивов опухоли. То есть при сравнении вероятности рецидива опухоли мочевого пузыря после химиотерапии риск, как я уже говорил, по данным исследования снижается на 14%, то при проведении БЦЖ-терапии у данных пациентов риск рецидива снижается на 40%. Это довольно-таки значимые и ощутимые показатели, которые надо учитывать при ведении амбулаторной практики у урологов и онкоурологов. Что такое вообще вакцина БЦЖ? Вакцина БЦЖ – это взвесь ослабленных жизнеспособных бацилл кельметогерена. Под микроскопом выглядят вот они так красиво, симпатично. Немного расскажу вообще про историю создания вакцины БЦЖ. Значит, в 1929 году аутопсийные исследования показали, что более низкая встречаемость онкологических процессов вообще встречалась у пациентов, которые были пролечены от туберкулеза легких.
В 1950 году проводились первые эксперименты на мышах, им трансплантировали опухоли и далее проводили БЦЖ-вакцинацию, которая повышала риск резистентности трансплантируемой этой опухоли. В 1975 году проводили первую попытку лечения изолированной меланомы мочевого пузыря, это тоже вакцины БЦЖ. В 1976 году Моралес провел первое успешное применение внутрипузырной вакцины БЦЖ для поверхностного онкологического процесса мочевого пузыря, и это считается точкой отсчета проведения БЦЖ. Благодаря данному врачу Моралесу был разработан протокол введения вакцин БЦЖ, который используется на данный момент с небольшими поправками, но этот стандарт он до сих пор. Значит, было введено первые 6 доз, и на данный момент мы сразу после операции используем первые 6 внутрипузырных введений, потому что штамм фрапье упакован был в 6 флаконов. Да, надо понимать, что изначально все вакцины БЦЖ были разработаны исключительно для лечения онкологических туберкулеза легких, и поэтому 6 вот этих доз, которые были упакованы, они использовались также для онкологического процесса мочевого пузыря. Доза составляла 120 мг, потому что эти дозы были разработаны для подкожного введения против туберкулеза легких. На данный момент мы используем дозировку в 100 мг. Также была использована методика еженедельных введений данной вакцины, которую мы используем также до сих пор. Почему? Потому что было доказано, что побочные эффекты, с которыми сталкивались пациенты, они проходили в течение одной недели. По данным исследования самого Моралеса в 1978 году, он прилечил 10 пациентов и уменьшил либо ликвидировал риски рецидивов опухоли мочевого пузыря у 7%, что, понятно, составило 70%. В 1990 году Американская ассоциация по контролю лекарственных средств FDA одобрила внутрипузырную БЦЖ-терапию для лечения опухоли мочевого пузыря. В ряде рандомизированных исследований, которые сравнивали БЦЖ-терапию с метамицином С у пациентов опухоли промежуточного и высокого риска, подтверждено превосходство БЦЖ терапии в отношении профилактики рецидивов. В крупметаанализе 2009 года оценивали данные, включенные в 9 рандомизированных исследований, в которых сравнивали метамицин С и БЦЖ-терапию. И в исследованиях по поддерживающей БЦЖ-терапии отмечалось снижение риска рецидива в группе проводимой вакцинации на 32% по сравнению с метамицином С. Но при этом также было доказано, что отсутствие поддерживающего курса, при его отсутствии риск рецидива был в 28% случаев. Еще в одном крупном метаанализе, проведенном в 2010 году, оценивались результаты порядка 5000 пациентов, включенных в 24 рандомизированных исследований, по результатам которого отмечено снижение риска прогрессирования мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря на 27% при проведении поддерживающей БЦЖ-терапии. О чем это говорит? Да, о том, что первые 6 введений уже вошли в стандарт, и также требуется поддерживающая терапия вакцины БЦЖ, которая позволяет нам снизить риски рецидива на 27%. В 2008 году еще одно рандомизированное исследование с отдаленным наблюдением пациентов в группе БЦЖ-терапии, частота развития отдаленных метастазов и канцероспецифичность выжимаясь была ниже по сравнению с внутрипузырной терапией пирубицином. В Институте онкологии Петрова мы проводим БЦЖ-терапию в амбулаторных условиях. Это позволяет сократить нагруженность онкологического отделения. Это намного удобнее для пациентов, это манипуляция, которая не требует госпитализации, выполняется у нас в течение нескольких часов, после чего пациент уходит домой. Значит, необходимо знать, что БЦЖ-терапия должна начинаться не ранее, чем за две недели после оперативного лечения и не позднее, чем через 4 недели после проведенной трансуретральной резекции. Мы используем внутрипузырное введение вакцины в
концентрацию 100 мг, которую мы разводим на 50 мл физраствора. Используем схему, понятно, как я уже говорил, индукционный курс, который составляет 6 внутрипузырных введений, которые проводятся один раз в неделю, то есть это 6 недель. И далее это поддерживающая терапия, это поддерживающий курс, который, как я говорил ранее, по большому количеству рандомизированных исследований доказал свою эффективность. Поддерживающая терапия существует двух видов. Да? Первое – это ежемесячное введение вакцины БЦЖ на протяжении одного года. И вторая схема, которую используем мы, потому что нам она кажется более приемлемой, и она на данный момент проходит клинические исследования, которые доказали большую свою эффективность, а именно три еженедельных введения, каждые 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 месяц, то есть на протяжении 3 лет, каждые три практически 3 месяца, вот по этой схеме 3 внутрипузырных введения. Как производится сама манипуляция в амбулаторных условиях? То есть пациент перед началом терапии сдает в поликлинике необходимый спектр анализов, после чего в кабинете онкоуролога пациент укладывается либо на кушетку мужского пола, либо женщина укладывается в гинекологическое кресло. После обработки наружных половых органов вводится тонкий уретральный катетер. В полость мочевого пузыря вводится разведенная вакцина БЦЖ. Далее катетер находится в полости мочевого пузыря от 5 до 15 минут для того, чтобы избежать оттока введенной вакцины. После этого пациенту рекомендовано воздержаться от акта мочеиспускания в течение 2 часов для того, чтобы данная вакцина находилась максимально долго. И после этого катетер, который у нас оставлен, мы из него в специальную емкость утилизируем эту вакцину из полости мочевого пузыря, и пациент отпускается домой. Никаких сложностей в плане организации проведения БЦЖ-вакцины не существует, и это вполне возможно выполнение на амбулаторном этапе, как я еще раз скажу, для этого не требуется госпитализация в стационар. После внутрипузырной БЦЖ-терапии могут возникать различные побочные эффекты, их не надо бояться, они встречаются менее чем 5% пациентов. В данной таблице я показал, какие чаще всего встречаются. Чаще всего это симптомы цистита, гематурия, воспалительные процессы у мужчин органов мошонки, либо воспалительные процессы предстательной железы. При выраженных гематуриях, когда пациент отмечает гематурию на протяжении всей недели после какого-то из этапов введения вакцины, мы вправе перенести данную манипуляцию до стабилизации ситуации. Как повторюсь, да, такие выраженные осложнения, как БЦЖ-сепсис или другие выраженные проблемы, мы с ними не сталкивались, они встречаются крайне редко. Большое спасибо за внимание.